одной московской выставке расскажет наш корреспондент Наталья Бучацкая. В галерее «Радомир» открылась выставка живописи Владимира Сафонова. Эти яркие, эффектные полотна бросаются в глаза еще издали. Чистые краски, контрасты, четкие контуры. Архитектурная серия написана под впечатлением поездки в Польшу. Поляки, они странные, рассказывает художник. Они как видят, так и рисуют. Сафонов же взял и раскрасил их серые и монолитные замки сине-красно-желтой краской. Вообще, натура для него лишь отправная точка, будь то пейзаж или портрет. Что касается портрета, то здесь фантазия автора и вовсе непредсказуема. И поэтому, к примеру, философ Бердяев, Леонардо да Винчи или Пушкин получаются такими неожиданными, во всяком случае совершенно непарадными, как их часто изображают. Здесь и тонкий юмор, и ирония, но это не от недостатка пиетета к великим, утверждает автор, а наоборот. Иногда мы видим их за толщу лет какими-то слишком блестящими, покрытыми какой-то сладкой пудрой. Просто-напросто хочется немножко эту пыль стереть, чтобы проявилось что-то такое человеческое, то, что в них на самом деле и было.